Босс прикольно сделан. Хотя боссы в целом мне... Меня расстроили в мании. Но некоторые боссы очень прикольно сделаны. Как... Ну, тот же босс на Press Garden 2, Act 2. Либо... Босс... С Metal Sonic. У него тоже задумка интересная. И... Он намного проще, чем кажется в начале. То есть поначалу не очевидно, как его можно быстро пройти. Потому что у тебя буквально нет достаточного количества времени, чтобы подумать над этим. Все время что-то происходит. Уровней только 4 новых, а там новые уровни есть. Я просто опять же с классикой сильно не знаком. Музыка там хороша. Я автоматически не могу ненавидеть любые игры, в которых действительно используется хорошая музыка. Особенно если эту музыку специально под эту игру писали, и она удалась. Тот же пример банальный, Undertale. Тоби Фокс реально хреновый программист. И то, как он кодил эту игру, это... Если покопаться в коде, это повеситься можно, но... Музыка, которую он написал, это... Она очень сильно вытягивает эту игру. Что я делаю, блин? У меня уже мозг не думает. Он меня опять сжимает, алло. Все, окей, выжили. Ну блин, Вати, ты просто не все гличи, мне кажется, знаешь про эту игру. Сделано.
Это заняло какое-то время. Вау. 56 хп. Все верно. Это максимум. Больше 56 хп после битвы с Ансом не остается. Например, босс, некоторые обзорщики называют их лучшими в серии. Кое-кто даже сравнивал их по изобретательности в сети, где были самые отсосные боссы в классике. Не, большинство боссов меня огорчило в мании. Это... Да, я согласен с этим. Но парочка из них сделана очень креативно. Спасибо, Вайти. Это заняло всего 6 часов, 33 минуты и 14 секунд. Вау. Ах, да, you did it. Ну да, by the way. Я тут на ухит Санса прошел какой-то веки. Крейгазм. Вот таких смайлов на самом деле на ютубе вообще не хватает. А Гидроисти первый босс, подожди, это не тот босс, где ты... Эггмана высасываешь из воды? Потому что если тот, то идея там действительно забавная и прикольная. Я бы капу добавил. Нет, капу лучше забанить. Зерж, ты чё, капу нашел? Она тут есть. У нее обозначение двоеточие Full Moon with Face двоеточие. Да, она немного измененная. Так, Санс умирает на 78 тысяч в 80-м импуте. Спасибо, Вайт. Вот и все.